У нас бывает крупный рогатый скот. Это у нас относится туда коровы, да, в основном. Овцеводство – вторая отрасль. Животноводство, агротехника, растениеводство и агроэкология. В обычной деревенской школе Глазовского района теперь изучают такие необычные предметы. С начала учебного года в Ключевской школе появился агрокласс. Агрокласс для меня – это очень перспективно и очень востребовано. Я хочу свой бизнес открыть со скотоводством. Я хочу усовершенствовать свои знания в области ландшафтного дизайна, тепличных технологий и садоводства. Ландшафтный дизайнер – это профессия для творческих людей, поэтому я выбираю агрокласс. Такие уроки должны помочь школьникам с 8 по 11 класс определиться со своей будущей профессией. Но хорошего специалиста только на теории не вырастешь. Будет и практика. У нас подразумеваются теоретические занятия и практические занятия. Очень хорошо нам помогает наше хозяйство СПК «Коммунар». У нас налажено сотрудничество с Глазовским техникумом, которые нам тоже будут помогать. Специалисты к нам будут выезжать, и мы к ним будем выезжать на занятия. Глазовский район всегда считался сельскохозяйственным, а потому молодые кадры для АПК сегодня очень нужны, и лучше их готовить со школьной скамьи. Так, в этом году в республиканскую программу «Кадры для АПК» в районе включили сразу две сельские школы – Кожильская и Ключевская. Вот эти две школы заключили договоры с Министерством сельского хозяйства, с руководителями сельхозпредприятий, с заводом «Ремаш» города Глазово, с Удмуртской птицефабрикой, с Завьяловским тепличным комплексом для того, чтобы наши дети могли проходить практику, получать теоретическую подготовку и определенные навыки и компетенции в сфере сельхозпроизводства. Всего в Удмуртии в этом году планируют открыть почти три десятка агроклассов. Конечно, не все эти подростки станут аграриями. Выбор всегда останется за ними, но в любом случае расширит кругозор и поможет лучше познакомиться с родным краем. А те ученики, кто решит связать себя с этой отраслью, получат дополнительный бонус при поступлении в профильное высшее учебное заведение. Елена Обуховская, Василий Хохряков. Новости.